Меня зовут Маша. Ты откуда приехала? Или ты здесь живешь? Я приехала из Новосибирска. То есть ты сибирячка настоящая. Скажи, чем лично для тебя является Сибирь? Ну, в Сибири очень красиво, у нас очень классная зима, снега много. Ну, в Красноярске что-то нету, но вообще очень много в Сибири снега, весело. Мы катаемся на лыжах, на коньках, развлекаемся по полной. А что бы ты рассказала иностранным гостям о сибирском регионе? Есть очень классный лыжный курорт, в котором мы всегда ездим, называется Шерегеш.